Ребята, я сейчас нахожусь у себя в ванне. Сейчас 3 часа ночи. Я решил проверить один секрет, одну тайну в Брукхевен, где, по слухам, обитают призраки. Поэтому мы прямо сейчас с вами двигаем к моему компьютеру и будем смотреть, что же там такое. Но, кстати, вы можете поставить лайк этому видео, ребята. Если со мной что-то случится, вы будете знать. В общем, мне в комментариях написали, что в 3 часа ночи, если зайти в Брукхевен, можно найти старую хижину, где что-то обитает. Какие-то жуткие вещи там происходят. И мне стало это очень интересно, и я решил проверить это. Я сейчас нахожусь в Брукхевен, стою посреди трассы, ребята. И знаете, мне очень страшно туда ехать, потому что мало ли что может произойти. Ребята, я надеюсь, что вы поставите лайк, иначе будет реально жутко. Я сейчас двигаюсь как раз таки в то место. Уверен, вы знаете, где оно находится. И по слухам, если в 3 часа ночи, а у меня сейчас, ребята, примерно такое же время, если туда добраться, то можно увидеть что-то очень страшное и жуткое. На самом деле мне очень страшно туда ехать, но нужно проверить, ребята. Вы знаете, что я люблю мистику, я люблю это все проверять, и как раз таки мы отправляемся туда и глянем. Вот она, эта хижина, ребята, как раз ночь. Я очень сильно надеюсь, что посветлеет как раз. Так, мы подъезжаем и будем надеяться, что здесь все хорошо. Так, аккуратно. Я уже запасся, ребята, фонариком. Поэтому я буду сейчас с фонарем. Посмотрите, это заброшенная скорая помощь. Чего? О нет, ребята. Это очень страшно. Нам нужно заходить в этот дом. Нужно заходить в этот дом и осмотреть, что... Я боюсь. Так, ладно. Поднимаемся по ступенькам. Что это за звук был? Это что было? Это что за фигня? Это... Так, ладно. Надеюсь, я не найду здесь ничего... Ничего опасного. Ребята, кто там пробежал? Кто это был? Вы видели? Вы видели? Ребят, напишите в комментариях, видели вы или нет. Это кто? Мне кажется, мне показалось. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Может быть, здесь есть какой-то секретный подвал, либо еще что-то. Но, блин, ребята, зачем вы такое в комментариях пишете? Зачем вы просите проверить меня это все? Мне же, блин, страшно. Это реально очень жуткая вещь. О, нет, ребята, так, ладно. Давайте будем посмотреть. Так, ну, я не вижу здесь ничего. То есть тут нет никакого прохода в подвал. Я не могу ничего здесь открыть. А что это лежит на полу? Может быть, это какой-то проход? Но нет, блин, я не понимаю, что это. Я вообще не понимаю, что это. По-моему, это даже не подвал. Это, по-моему, даже ничего. Так, ну, я думаю, стоит выйти из дома и обойти его с правой стороны. Не со стороны, где у нас находится эта скорая помощь. Потому что мне кажется, что к ней пока что рано идти. Ребята, скорая помощь начала мерцать. Что? Это что за фигня? Это что за фигня, блин? Фух, я боюсь выйти, я боюсь выйти. Что-то может быть такое? Ребята, страшно, блин. Как включилось? Это же заброшенная была. Может быть, кто-то сел? Может быть, кто-то сел в эту скорую помощь? Ребята, она была заброшена, ничего не горело, сейчас включилось. Ладно, давайте обойдем сзади этой скорой помощи. Давайте попробуем туда. Так, ладно, давайте попробуем пройти туда внутрь и посмотреть, что у нас там. Какой-то Р. Ластов. Может быть, это сбежавший человек из психбольницы? Может быть, это какой-то сумасшедший? Внутри здесь я ничего не вижу. Что это может быть такое? Давайте мы сейчас обойдем, ребята. Обойдем этот дом, посмотрим, может быть, здесь есть какие-то тайны... Вы видели? Это кто был, ребята? Мне кажется, в этом доме обитают призраки. Мне кажется, в этом доме обитают призраки, ребята. Ладно, обойдем с левой стороны этого дома. Может быть, мы найдем какой-то потайной проход. Откуда лезут, блин, эти призраки? Ребята, это ужас. Это ужас просто. Надеюсь, что на крыше никого нет. Но мне вообще не дает покоя эта заброшенная, ребята, машина. Как она включилась? Она же стоит, наверное, очень давно. Откуда там заряд в аккумуляторе вообще? Откуда? Что случилось? Ё-моё, ребята. Что может... Да откуда этот звук, блин? Что происходит? Ребята, мне 100% здесь есть призраки. 100%. Так, я предлагаю вам обойти весь этот периметр. Посмотреть, что здесь может быть такое, ребята. Но это неспроста.
Это не спра... Давайте мы сейчас подойдем к этому. Это пшеничное поле, я так полагаю. Если мы сейчас с вами отойдем подальше от этого здания, может быть, мы сможем разглядеть с вами какого-то призрака. Давайте сейчас достанем камеру и попробуем с помощью камеры это все. От... Ребята, вы видели? Отключилась сирена. Рассвет. Ребята, рассвет. Сирена отключилась, и рассвет сразу появляется. Что? Машина опять... Ребята, посмотрите, с этой машиной реально что-то не то происходит. Что это, блин, за фигня? Возле этого дома реально обитают... Я боюсь к нему подходить, ребята. Я боюсь к нему подходить. Так, давайте сейчас дождемся, когда полностью рассветлеет. Мы сейчас сядем в эту машину обратно. Посмотрим туда. И, возможно, мы там что-то... Ребята, я вижу что-то. Кто-то сидит в машине или мне кажется? Ребята... Что? Машина куда-то... Что с машиной? Куда она... Ребята, вы видели? Машина сейчас отъехала назад. Там никого не было. Мы с вами были там, там никого не было. Так, ребята, мне кажется, что нужно сейчас нам подойти к этой машине. Осмотреть ее по... Кто-то был за окном. Кто-то был за окном, ребята. Нет, все, я иду туда. Я иду туда, ребята. Мы сейчас заходим... Я опять увидел. Кто это? Это призрак, ребята? Или... Может быть, это серийный убийца? Блин, мне очень страшно. Я без оружия, ребята. Ладно, у меня есть фонарь. Я сейчас фонарем попробую зайти туда. Давайте мы с вами еще раз осмотрим машину эту сзади. Посмотрим, вдруг там внутри что-то есть. Ребята, это будет просто капец, если мы там что-то обнаружим. Так, ну здесь ничего внутри нет, ребята. Здесь ничего внутри нет. А, ребята, ну я здесь ничего не вижу. Что происходит? Что происходит? Почему в этой машине? Ребят, мы сейчас проходили. В машине никто не... Ребята, она поехала куда-то! Ребята, куда едет эта машина? Что происходит? Что происходит, блин? Что происходит? Куда она едет? Ребята, у нее что, тормоза отказали? Или что происходит? Ребята, мне кажется, что мы с вами куда-то едем. Что происходит? Куда она едет? Блин, не страшно. Так, я возьму камеру. Нет, я не буду брать камеру. Нет. Куда это мы приехали, ребята? Мы куда-то приехали. Что это за фигня? Мы остановили... Мы точно... Смотрите, включили сигнал. Мне кажется, что в этой машине обитает какой-то призрак. Чего? Давайте выйдем. Давайте выйдем, осмотрим эту машину. Как такое произошло, ребята? Как эта машина вообще смогла двигаться? Никого здесь нет, посмотрите. Как она ехала? Как она поехала вообще, ребята? Где мы с вами? Что это, блин, за место? Это какой-то туннель? Я боюсь в него заходить, ребята. Я боюсь в него заходить. Так, мне кажется, что мне понадобится фонарь. Мне понадобится фонарь. Что это за место? Это ужас, ребята. Я ничегошеньки не вижу в этом. Это кто? Ребята, вы тоже это видите? Напишите в комментариях, если тоже вы его видите. Это призрак или кто? Ребята, я сейчас сделаю очень-очень рискованный шаг, ребята. Я хочу к нему подойти. Я хочу к нему подойти и посмотреть его ближе, потому что с такого расстояния я вообще не могу посмотреть, что там. Так, давайте будем к нему подходить очень аккуратно. Ребята, если этот призрак, мне кажется, меня убьют. Ребята, мне... Он пошевелился, ребята, он пошевелился. Что такое? Это кто? Ребята, это... О, нет! О, нет! Он бежит за мной! Быстрее, сваливаем! Сваливаем отсюда!